Добрый день. Канал «Ленивые путешественницы». Мы с вами в Седе, Тутрюнгёль. 15 апреля. Вышли на пляж посмотреть, как отдыхают наши туристы. Но нашли на пляже большое количество местного населения. 7 часов у них комендантский час до 5 утра. А сейчас они все гуляют, погода хорошая, все на пляже и на аллее фонтанов. Вот если посмотреть вот ту сторону, где часы, это аллея фонтанов, там очень много местного населения сидит на траве, отдыхает, но никто не ест, не пьет, как обычно. Они вот любят расположиться и там кушать, отдыхать, потому что сейчас священный месяц Рамадан. А вот раздетые туристы — это наши российские оставшиеся. Потому что с сегодняшнего дня запрещена полетная программа чартерная в Анталию и Стамбул.